Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь. В этом видео у нас обзор на замороженные корма от компании AquaMenu Caretra. Что хотелось бы сказать про Caretra? Caretra — это один из, на мой взгляд, таких самых очень вкусных кормов для аквариумных рыб. Она очень похожа на корма, привычный всем аквариумистам, мотыль. Средний мотыль, мелкий. Причем Caretra, она и относится к роду насекомых семейства кромососущих. Ну, грубо говоря, комаров. Только вот питается она как ракообразными и так и молодыми личинками других комаров. Когда она живая, она может представлять угрозу и для мальков. Но замороженные корма, сами понимаете, да, они уже не живые, даже если они разморозятся. Соответственно, рыбкам и малькам ничего страшного не случится. Что из себя представляет Caretra? Caretra — это полупрозрачная личинка. Она может передвигаться в толще воды. Размеры достигают 10-12 мм. Очень ярко выражена голова у нее. И когда мы будем кормить рыбок, когда корм начнет размораживаться, мы это с вами увидим. Единственное, что из-за того, что она полупрозрачная такая, ее видно будет не очень хорошо. Поедаемость у нее очень хорошая. Рекомендую кормить средних мелких рыб, либо уже взрослых мальков, если они не совсем прям маленькие. Ну и, в принципе, можно давать, конечно же, и крупной. Просто он, сами понимаете, как я уже сказал, не крупный сам по себе. 10-12 мм. Что еще хотелось бы сказать? Caretra — это отличный корм для рыб. Белка составляет 41,2%, жиры 5,4% и зола 4,5%. Корм очень хороший. Ну и вообще от компании AquaMenu корма мне очень нравится. Как обычно, на другой стороне этикетки у них написаны краткие рекомендации и меры предосторожности. Caretra находится в небольших кубиках замороженных. Такого вот вида. Для чего это делается? Для удобства подачи. Чтобы не нужно было крошить. На средний аквариум кубика такого вполне достаточно. Естественно, держать такой корм нужно именно в морозильнике. И не забывайте смотреть на срок годности. Всего есть срок годности. Единственное, что если корм разморозился уже, повторное замораживание корма данного не рекомендуется делать. Ну, а теперь давайте все-таки посмотрим на саму Caretra и посмотрим на то, как этот корм поедается рыбками.
На этом и все, что я хотел вам сегодня сказать. Спасибо вам за внимание. Ставьте пальцы вверх. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания.